Годовая инфляция в Турции в июле выросла до 47% из-за повышения налогов и ослабления курса национальной валюты. Об этом сообщает Бюро статистики этой страны. По данным ведомства, сильнее всего за последний месяц увеличилась стоимость продуктов питания почти на 60%. Это максимальный подъем за последние 6 месяцев. Сильно подорожали и коммунальные услуги. Рост составил 20%. По прогнозам главы Министерства финансов Турции, годовая инфляция в стране начнет снижаться лишь с середины следующего года.